Доброго дня, шановні присутні, та всі, хто нас дивиться онлайн-трансляцію. Сьогодні ми зібралися з приводу проведення міжнародного юнацького конкурсу фестивалю класичного танцю «Гран-прі Київ 2017», який буде проходити з 24 по 26 березня у Національній опері України імені Тараса Григоровича Шевченка. Цей конкурс вже буде третій рік поспіль проходити. Його ініціатором та директором є народний артист України, художній керівник Київського державного хореографічного училища Набухіра Тарада. Здравствуйте. Набухіра. Також хочу представити сьогодні присутніх. Це члени журі конкурсу фестивалю Гран-прі. Це Тетяна Белецька, народна артистка України, художній керівник Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лихваря, а також член журі, народний артист України Сергій Бондур. Мене звати Олена Кобець, я директор благодійного фонду «Об'єднання світових культур». Наш фонд уже другий рік поспіль підтримує проведення даного конкурсу. Наша робота направлена на популяризацію балету, балетного мистецтва в Україні, винесення наших дуже талановитих дітей в загальні маси, щоб їх впізнавали. Також мета, є соціальна мета проведення. Благодійний фонд «Об'єднання світових культур» щороку запрошує на фінал конкурсу. Цього року це буде 26 березня о 12 годині Національна опера. Ми будемо запрошувати дітей з соціально незахищеної категорії населення. Це діти переселенців, діти учасників АТО, а також діти з особливими потребами. Ми хочемо підтримати цих дітей та надати їм психологічну підтримку. Далі про конкурс розповість Набухіра Тарада, йому слово. Добрий день. Гран-при Київ, міжнародний балетний фестиваль, ми цього року проводимо третій раз. Ми створили цей конкурс, щоб підтримати українських талантливих молодих артистів і дітей. І наш конкурс унікальний. І цього року приїжджають із 10 країн світу. У нас цього року 300 учасників. І також у нас членом журі є звезда мирового балета Владимир Малахов. И также сейчас хочу представить Татьяна Николаевна Белецкая, народная артистка Украины. Сергей Алексеевич Бондар, народный артист Украины. И также Елена Филиппева, народная артистка Украины. И также к нам приезжают директора из Берлина, из Германии, и также из Норвегии, из Канады, из Америки и из Японии. Наш конкурс отличается от других. Организационный комитет участникам конкурса оплачивает абсолютно все. Транспортные расходы, за жилье. И так что дети могут приехать в столицу и увидеть красоту Киевского балета. Они могут общаться и обмениваться опытами не только студенты, и также педагоги. И у нас 26 числа будет заключительный концерт, и будет мировая премьера хореографии Владимира Малахова. Балет называется «Ля Пери». Пожалуйста, Татьяна Николаевна. Ну, что бы мне хотелось сказать? Я очень рада, что в нашей стране проводится такой конкурс, такого уровня и такого масштаба. Я считаю, что конкурс, во-первых, выявляет талантливых детей, те, которые будут, конечно, победителях.
Плюс, когда любой артист балета или ребенок, который учится в училище хореографическом, идет подготовительная огромная работа. Это колоссальный рывок, так сказать, у артиста в плане профессионализма. И, конечно же, такие конкурсы приветствуются. Вот. Мы очень рады, что он проводится у нас вот третий год подряд, потому что масса открывается новых имен, талантливых имен. Украина вообще страна, знаете, которая может гордиться талантливыми детьми не только в балете, но и в любой сфере деятельности, культуры. Ну вот просто это танцевальная нация. Вот. Поэтому я думаю, что и этот конкурс откроет каких-то замечательных артистов. Дай бог, чтобы эти артисты, конечно, танцевали на нашей оперной сцене. Но и потому что, к сожалению, многие уезжают за рубеж, может быть, есть больше возможностей. Но я хочу сказать только одно, что наш национальный балет на сегодняшний день – это мощный мировой уровень. И если талантливые дети опять будут пополнять ряды наших артистов национальной оперы, мы будем только рады. Сергей Алексеевич, пожалуйста. Ну, я тоже хотел бы, в свою очередь, отметить уникальность этого конкурса. Почему? Потому что, опять-таки, я уже немножко повторюсь, Набухира-сан сказал, что здесь конкурс уникальный в том, что оплачиваются все составные, то есть это и проживание, и жилье, и участие, и так далее, и так далее. И очень важно еще то, что он проводится в Киеве, и где есть своя школа, своя школа уникальная, со своими традициями. Я считаю, что это большое национальное достояние иметь такое училище, как у нас. Потому что звезды мирового балета, которые вот сейчас светятся на балетном небосводе, среди них много и наших выходцев из нашей школы. Они работают во многих странах и работают и здесь, и прославляют нашу школу и наш балет. Я также хотел бы подчеркнуть важность конкурса еще в том, что это обмен опытом. Опытом – это, конечно же, дискуссии, это, конечно же, какие-то встречи, это классы, на которых показывается разный уровень разных школ, в чем различие, в чем сходность и так далее. В этом, наверное, и тоже одна из составных частей задач конкурса. И также хотелось бы еще поблагодарить тех устроителей конкурса и поблагодарить тех руководителей Национальной оперы и Киевского государственного хореографического училища, что предоставили возможность проведения такого конкурса. Это очень важно, потому что база конкурса – это тоже как бы немаловажная деталь. Ну и, конечно же, я надеюсь, что этот конкурс будет жить, поскольку он уникален, опять-таки, уникален в своей организации и в своей идее выявления новых талантов. Да. Ну, у меня, наверное, больше вопросы либо к директору конкурса, либо к членам жюри. Расскажите больше. Конкурс предполагает какую-то соревновательную программу, какие-то именно вот конкурсную часть. Как это будет организовано? Я так понял, что 3 дня будут соревнования или 2 дня соревнований и награждение победителей. Как будет осуществляться отбор победителей? Сколько будет номинаций? Спасибо. Да. Я уже вам говорил, 3 года назад создал этот конкурс, чтобы поддержать именно украинских детей. И как вы знаете, балетный мир очень маленький. Разошелся по всему миру, через год приехал уже из 5 стран. Да? И, конечно, первый тур будет урок классического танца. А второй тур – вариация классического балета и современной хореографии. А третий день – это уже гала-концерт и награждение. Я думаю, члены жюри расскажут, как вы оцениваете участников. И сколько будет номинаций, если можно? То есть это парни, девушки и больше о возрасте участников? Возраст 15 до 18 лет. Вариации? И, да. Только ПДД не будет, только вариации. Только вариации, одиночные. Почему 15 до 18 лет? Потому что этот возраст очень важный. Потому что мы, победители прошлого конкурса, мы им помогаем в дальнейшей судьбе. И победители прошлого конкурса, многие работают во Франции, Германии.
и они покоряют мир. Мы очень гордимся этим. А тогда как будет оценка, если можно, больше к членам жюри, наверное, как вы будете оценивать, сколько будет победителей? Да, существует вообще, так сказать, бальная система, профессионализм оценивается в баллах. Как вот в школе детям ставят оценки, вот точно так же и здесь. И кто набирает больше баллов, тот, конечно, соответственно, выходит на второе, третье место, и первое, и там, не знаю, гран-при есть, гран-при тоже есть, да? Вот, поэтому я думаю, во-первых, все очень честно, справедливо, и, может быть, человеку не сведущему болеть, это покажется странным, как можно оценить вариацию, поставить оценку. Но поверьте, профессионалы делают это очень... Тут мы знаем все тонкости, все нюансы. Не так голова, не так рука, не такие пятые позиции чистые, или что-то поменяли в хореографии. Поэтому все заинтересованы только в честном оценивании участников, и все получат по справедливости. Ну, я еще хотел бы немножко дополнить, почему важность 15-18 лет, когда уже вообще-то хореографическое образование рассчитано, в академических училищах рассчитано на 8-летнее образование. И вот как раз вот к 15 годам это дети должны освоить базу, набрать какие-то технические элементарные вещи, а вот с 15-18 они это должны совершенствовать, развивать индивидуальность, развивать технические возможности. И именно в этом возрасте это присуще. Этому возрасту. Но уже в этом возрасте можно выявить настоящий талант. Понимаете, если когда ребенок учится в младших классах, они как бы все приходят, вот хорошенькие детки, вот они что-то еще трудно их, так сказать, выделить первых 3-4 года, то с 15 лет уже видно, кто пойдет. Кто будет? Так сказать, кто выйдет на какой уровень. Это уже профессионалу это видно. А еще скажите, по поводу количества номинаций, какие будут призы, в каких номинациях, если можно? Ну, призов очень много. И у нас есть денежные призы, у нас призы стажировка в Канаду, Америку, и также летние курсы в Норвегию, во Францию и Германию. И у нас есть приз, победитель конкурса может ездить профессиональными театрами. В этом году лето намечается гастроли Киевского оперного театра. И победитель может ездить вместе с артистами Национальной оперы Украины. На гастроли, да? На гастроли, да. Эти дети талантливые, которые, как я понимаю, получат призы, места какие-то, они будут участвовать в концертах вместе с оперным театром, с артистами оперного театра. Это очень круто, я думаю, для артистов. Для молодых, да, начинающих артистов, я думаю, для них колоссальный будет стимул. А еще такой вопрос. Вы упоминали о том, что будет 26 числа во время гала-концерта премьера. Да. Ставит это Малахов. Не могли бы вы больше рассказать об этой премьере? Что это за премьера? Кто это ставит? Кто танцует? Ну, Владимир Малахов – это живая легенда. Владимир Малахов родился в Украине. Харьков, да? Кривой Рог. Да, украинец. Да. Вот. Я считаю, это гордость Украины. И Владимир Малахов был руководителем Венской оперы и также Берлинской оперы. Для Пери он впервые поставил этот спектакль в Канаде, в Торонто. Этот спектакль идет в трех странах мира. Канада, Германия и Япония идет. И в этом году будет в Киеве. И я считаю, это премьера, и это подарок, это очень большой подарок для студентов Киевского государственного хореографического училища. И мне звонят с всего мира, многие директора балетных школ удивляются, как вы смогли Владимира Малахова уговорить приехать в Киев, подарить этот спектакль. И мы очень благодарны Владимиру Малахову, он дарит нам третий спектакль. Первый спектакль им подарил «Бал Маскарад», и также он подарил костюмы, которые пошиты в Венском опере. И в прошлом году подарил спектакль «Пахита». И этом году дарит спектакль для Пери. Так что мы ему очень благодарны. Такие подарки. А скажите, вот этот спектакль, он будет разово показываться на сцене Национальной оперы, или он займет место в репертуаре? Ну, я думаю, это будет регулярно идти, но это не будет театральным репертуаром. Малахов подарил исключительно для хореографического училища. Спасибо.
Укрінформ, скажіть, будь ласка, ви назвали, що 300 учасників буде. Скільки буде від України представлено учасників? І 10 країн. Можете перерахувати, які країни саме? Ну, із України 80 учасників. Приїжджають із Японії, із Китаю, із Норвегії, із Франції, із Германії, із Бразилії, із Канади, із Румунії, із Молдавії і із Білорусі. Ще уточніть, а вхід буде безкоштовний чи платний, де можна придбати квитки і кого, власне, ну, запрошувати будуть на конкурс? У нас по приглашенню, да. Також є частина квитків, які за запрошеннями благодійний фонд запрошує дітей, як я раніше зазначала. А також частина квитків є у вільному продажі у Національній опері. Так що запрошуємо всіх бажаючих. Можна купити 26 березня, 12:00. Всіх запрошуємо. Я також дуже благодарен фонд Світових культур і UICF, і також я дуже благодарен нашому другу Тошхіко Такахаші. Благодаря фонду Тошхіко Такахаші і многим нашим партнерам существує наш конкурс. Хочу сказати низький вам всім поклон. Спасибо. Є питання? Вибачте, будь ласка, а може є якийсь девіз, ідея конкурсу от цього року, минулого року, наступного? Те, щоб підтримати дітей, зрозуміло, але можливо кожного року от супердевіз, суперідея цього конкурсу. Наступного року буде от така суперідея. Немає такого? Що? Ідея победити, я думаю. Девіз, ну труд. Який девіз цього? А, девіз? Да. Ну, знаете, это важно, что приезжает именно Киев, именно Украину, дети талантливые всего мира. Здесь происходит дружба, и здесь обмениваются опытами. И для меня очень важно именно, еще хочу повторить, и что международный конкурс детский был именно в Киеве. И прежде чем на наш конкурс участвовать, мы проверяем их записи, фотографии смотрим. Так что наши конкурсы могут участвовать самые лучшие дети Европы. Для того, чтобы, как я просто хочу пояснить, наверное, для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно перейти предварительный отбор. Понимаете, то есть это уже получается уровень достаточно высокий. То есть жюри, для того, чтобы зайти на первый тур, уже нужно обладать определенным профессионализмом. Поэтому... Может быть, еще, может быть, такой девиз, через тернии к звездам, понимаете, может быть, вот так, потому что все равно... Балет — это вообще бесконечный. Балет — это сложная профессия, это постоянное преодоление себя, преодоление природы и так далее, совершенствование, и это творчество. Через «не могу», через «не хочу», ребенок, тем более, знаете, ребенок, который, вот его друзья там бегают во дворе, а ему нужно идти и работать. Вы знаете, это такая должна быть одержимость, это такая должна быть... всепоглощающая любовь к своей профессии. Это фанатизм в определенном, ну, в хорошем смысле слова, потому что фанатизм тоже бывает разный. Я считаю, что, ну, вот так как мы были все заражены, это как бацилла, балет — это вот заражены балетом люди, поэтому случайные люди в балет практически не... Они, если попадают, они не остаются в этой профессии, не уживаются, потому что выдержать этот сумасшедший ритм, каждодневный, напряженный и физически, и психологически, мало кто может. Поэтому... Знаете, я думаю, девиз действительно «через тернии к звездам». Так мы и назовем, наверное, в этом году. Девизом будет этот, эти слова, да. Я немножечко хочу добавить еще. В этом году будет определенная изюминка в конкурсе, так как этот год указом президента объявлен годом Японии в Украине. Так как организаторами конкурса являются основными организаторами, это две страны, это Украина и Япония, так как Набухира сказал, что главным меценатом есть Тошихико Такахаши, за что ему огромная благодарность. Вот в этом году непосредственно будет акцент непосредственно на японской культуре. И еще такой вопрос. Скажите, чего вы ожидаете от конкурса в этом году? От участников, от конкурса? Ваши ожидания? На открытие новых имен талантливых. Знаете, да, мы всегда очень рады, когда вдруг появляется какая-то, знаете, вспышка. Ой, какой, знаете, мы все аж
Ну, мы все это очень любим, и это так заражает. И вот это самое главное открытие. Ну, вот как было в прошлом году? В прошлом году приехали два представителя из берлинской школы, разные по национальности, один японец, другой бразилец. И они настолько впечатлили своим выступлением, что это действительно вот две звезды зажглось. Вот, поэтому есть надежда, что и в этом году что-то появится интересное, и что будет, естественно, заслуживать внимания и восторга. Да, и я уверен, будет настоящий балетный детский праздник, благодаря фонду. Я знаю, фонд очень серьезно подготовилась для приезда детей. Я знаю, что фонд купил всем участникам «Белые медведи». Так что все участники получат подарки. Я думаю, все дети уедут в хорошем настроении. Спасибо. Все, вопросов больше нет? Да. Спасибо большое. Спасибо. За внимание. Спасибо вам. Спасибо. 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 Замечательно, спасибо. Мы все провели. Вот и славно, прям попал. Супер, отлично планировали за 20 минут.